Всем привет! Это канал Железные кони Латгалии. Сегодня мы продолжаем косить. Денек мы отдохнули после ямы. За этот день я купил себе обновочку. Купил я теперь, можно будет камеру хорошо ставить. Не знаю, мне она пока нравится, эта треножка для камеры. Вот. Еще пока не испытывал ее, ничего, вот просто только с коробочки достал и все. Вот. Так что съемки пойдут теперь больше наружнее. Еще хорошую камеру купить. Нет, мне брат уже подарил камеру, но я ее сегодня забыл. Экшн камеру. Я сегодня камеру забыл. Так, ну вот она выглядит так. Сейчас где-нибудь на краю поля поставим ее. Косить, даже поднимать ее пока не будем. Вот. Ну что, сейчас устанавливаю на нее камеру, ставлю возле трактора, потому что косы отцеплялись, сейчас подцеплялись, надо их по новой отрегулировать. И все это вам показываю. Так, ну, установил я камеру, но сегодня ветер. Будет немножко шумы, помехи. Но все равно сейчас в остальном будет в ускоренном режиме. Все, регулируемся. Забыл чехол забрать. Ну все, снимем окончательный потом результат, когда я скошу это поле. Вот как-то так, скосили мы этот косогор. На камеру, конечно, это будет плохо видно, что тут гора. Тут очень крутая гора. Там. Едем косить дальше. Тут мы закончили уже небольшое поле. Едем косим дальше. Вот, можете посмотреть. Тут вот такая гора, что вот посмотрите, вот туда ниже есть озеро, там уже озеро, есть косогорчик, там он даже не скошен, что нереально такой косогор скосить. Ну все, едем дальше. Thank you.
Смотрите, кого я чуть не скосил. Бежал, бежал перед косилкой, лег перед траву и лежал. Вовремя заметил. Вы красавчик. Смотрите, какие ножки у него. Сейчас мы отнесем его в кусты. Он в траву больше не попался нам. В косилку. А так бы все, фарш с тебя был бы. Смотрите, какой, какие ножки длинные. Красивый козленочек. Дикий козленочек, косуля. Сейчас мы отнесем, отпустим в кусты, чтобы он в лес сбежал бы. Чтоб больше нам в косилку не попался. Правда? Какой носик у него. Смотрите, какой красавчик. Красавчик. Или красавица. Сейчас, ну пойдемте отпустим его в лес. Ближе к кустам. Все, 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 беги, беги, беги. Давай, беги, беги. Все, свободен, беги, давай, малыш. Давайте я его подальше отнесу в кусты. О, сам пошел. Все. Молодец, давай, 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 давай. Дальше, дальше. Вот, все. Так он будет целее. Ну вот, а я уже домой. Закончил я на сегодня косить. Завтра еще буду косить. На сегодня хватит уже. Так что вот так прошел день. Ну вот очередной покос. Будем закладывать вторую яму. У нас уже почти 8 часов вечера. За сегодня я уже скосил 30 гектар. Переехал на это поле. Тут это только поле. По-моему, в районе двадцатки. Сегодня я его, наверное, уже не закончу. Уже слишком много за день. И так уже 30 скошено. Тут уже, наверное, пару гектар уже скосил. А то и больше. Вот. И вот какая разница, как косится дома и как косится на работе. Вот предыдущее видео как раз вышло, как я кошу дома. И как я кошу на работе. Вот. Вот как-то так. Всем пока. Всем добра и счастья.